Ого, жизни тратятся. Эй-эй-эй-эй-эй. Ого, ну же... Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Корзик, The Robit, Слава Питер, Макс Киллер, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем приветики, омлетики. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что 4 дипера против злых аниматроников. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Не забывай ставить лайкосик, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Ого, жизнь выносит. Серьезно, два сильно бульбы выносят. Ладно. Первого вы аниматроника убили очень быстро. Вам понадобилось всего где-то 1.5 минуты. Хорошо, давайте для прикола мы возьмем плюштрапа. Маленького чилипиздрика. Ого! Ого! Ничего! Что за откидушка психованная? Так, ребята, они используют против меня черную магию. Цыганские фокусы. Давайте будем отсюда сидеть и их выхватывать. Я смогу убить на большом расстоянии? Так. Ребята, я взял плюштрапа, которого очень тяжело будет убить вам. О, блин, да смотри, он меня видит. Ты чё глаза-то такой? Да ты задрал, невидимый. Так, я смогу убить как-то еще? Ого, у меня жизни реально мало, я ничего им не могу сделать. Ладно, добивайте, радуйтесь. У меня всего 750 жизней. А чё я не умираю? А чё я не умираю? А, вам надо разморозить меня. Если вы не разморозите... А, вс... Ого, так быстро? Хорошо. Сейчас придет, скоро... Не сейчас, а скоро будет у нас босс. Взял специально медленно чилипиздрика. И при этом у него очень мало жизни. 750 жизней всего. Но есть большой плюс. Я могу тпхаться. Давайте пацанов понаказываем. Привет, как дела? Еще держи. А, вы друг друга мочите? Ну, давай, веселимся. Дипер сегодня не такой мощный, как хотелось бы. На. И, короче, можно бегать возле вас, и вы сами себя мочите. На. Ребята, вы сами себя убиваете. Ладно, хоть давайте. А, кстати, я когда убиваю, просто горит черепок. Не написано, что я убиваю. Потому что кошмарный. Так, у меня 600 жизней. Давайте. Эй, при... Ах ты, пригвождатель меткоголовый. Я не могу убивать, когда пригвожденный. А, я не могу убивать на расстоянии. Ого, жизни тратятся. Эй-эй-эй-эй-эй. Ого, ну ж... Слышь ты, чилипиздрик, Слава Питер, я тебя запомнил в лицо. Ничего, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет босс. Эй, слышь ты, крикливый. О, давайте, а вот этих сколько жизней? Тоже 1 000 000. Ого, у них очень много жизней. Сейчас, ребята. О, 8500, увеличиваем. Давай, пацанчик, покажи. Дипер первый ушел. О, теперь написано, что я убиваю. Давай еще один. Эй, ушел. Давай, иди сюда, иди. Вкусненький хлебушек мой. На. Класс. На. Ой, шары с Serious M2, они очень мощные. Че, пацаны, сложно такого аниматроника убить? Это очень сложно. Я стал невидимым, специально пацанов буду троллить. Ого, че так-то мощно? Эй, ты чем дамажишь? Нифига себе налупашит. Я не могу тпхаться, да? Ну чё, давай, иди. Ты мечом воню... Друг друга убиваете. На тебе. На тебе. Пацаны, давайте, любую оружку можно использовать практически. А чё у меня так этот тухнет? А, ты используешь Serious M2 бомбу в руках, которая? Я понял. Она реально мощная. Монетка взялась, я слышал. Так, 4600, вы уже половину жизни вынесли. Да что такое дамажущее у тебя? На, передай.
Слышь ты, попугоёвый человек. А чё бы ты всё так просто постою? Чё пацаны будут делать? Мне даже интересно, как они будут меня находить. Ну всё, готовься. Давай, давай, я тебя жду. Найди меня сначала. Кстати, я стою в углу на карте. Чекайте углы. Бежит, бежит, бежит в мою сторону. Сейчас поднимется наверх и меня найдет здесь. Ах ты, говно. Ну не убил, но получается заморозил меня в ловушку. Жизнь не тратится, когда замороженный. Надо ребята разморозить, только тогда будет жизнь не тратиться. Размораживайте меня. Так не получится. Не-не-не, не потра... А ну давай проверим, если замороженного взорвать. Будет что-то или нет? А ну давай. Летит, летит бомба. Текай, диппер. Слава Питер. Вот это было прикольно. Не, жизни не тратится, надо разморозить обязательно. Летят, летят, летят. Вот это куча бомб летит и базук. Не, ни одной жизни не потратилось. Где там оружка размора... А, ты хочешь мне накидать бомбы, а потом разморозить, да, и взорвать их? Разумеется. Ах ты хитрый жук. Не, не тратится, зря только патроны расходуешь. Не, так не работает, пацаны. Беги, Димка, беги. Я побежал. 10, ой, 100 хп осталось. Вы когда замораживаете, размораживаете, у меня 100 хп остается. Быстрее. А, у меня нет телепо... Все, ребята. Сейчас, наверное, придет босс, которого будет очень сложно убить. Но опять же, если вы меня, кажется, заморозите и разморозите, то мне 100 хп останется. О, давайте возьмем вот этот, который классные звуки издает. Слышно вам? А, это звуки чики вроде бы. Так, ребятушки, тихонько на крысу. Интересно, они меня увидят или нет, где я нахожусь? Я могу тпхать? О, я могу и тпхаться, невидимка. Тпханья, все дела. О, увидели, как увидели, откуда? Я ж на высоте. У тебя башка торчала с крыши. А, блин, ну сейчас у меня 100 хп останется. Ну что делать, помогите. Ой, могу убивать так? Давайте попробуем. Мне кажется, этот аниматроник может все убивать, всех. Блин, не могу прицелиться. Надо разморозить, пацаны, обязательно. Сейчас, сейчас Кракен вырвется на волю. Твои попугаи, они косые, они не хотят во мне попадать. Я замороженный, так не получится. Разморозьте. Не, не хочет. Ого, я свалился, как кусок дерьма. Слышь? О, он заморозил свою... Блин, 100 хп после разморозки остается. Слышь? Все, у меня 100 хп, я невидимый. Включаем режим убийцы. Только самый лучший игрок глазастый меня увидит. Тебя очень трудно попасть в эти хитбоксы. Но при этом очень легко убить. Эй, я не могу его... А че... А, есть. Есть. Че? Да блин, слышь ты... Да как ты меня увидел? Так, давайте... Давайте, ребята, сейчас попробуйте без заморозки. Чисто своим умением. У меня... Раз, два, три, четыре... 1 000 000 жизней. Я даже не знаю, какую оружку надо вам использовать, чтобы меня убить. Давайте, я даже не буду вас дамажить. Попробуйте, я танк. Танк-убийца. Медленный, но при этом очень много жизней. Ребята, напишите в комментарии, какое оружие надо использовать против таких мощных аниматроников. У меня даже больше жизни, чем у Эннарда. А, говорил без заморозки, да? Хорошо, хорошо. Я побежал, конечно. Наказание не заставило себя долго ждать. Эй-эй-эй-эй-эй. Так-так-так, надо, короче, ребята, идти наверх. Чпоньк. Его капкан надо. Да, только так. И то жизни мало-то будет тратиться. А, не могут попасть, не могут попасть. Опа! Ого, вот это было жестко. Он меня пригвоздил, да когда ты успел? Блин, я пригвожденный.
Слышь ты, накидывай щит, на тебе за это. А, да? Ну да. О, блин, красная граната сильно дамажит. Эй, блин, что делать? Блин, сейчас пригвождатель исчезнет. Сейчас, ждем. Слышь ты! Блин, я не могу попасть, у меня с прицелом какие-то штуки твои. Есть, я вырвался. Убийца бежит. Отлично, ребята. Ну-ка, давай. Можете использовать бомбы, если хотите. Попробуйте бомбы меня убить. Но, скорее всего, что вы будете себя убивать. Я Димас очень много нанес, когда он на месте стоял. Да. Очень, довольно-таки достаточно. Слышь ты, копьянист. Тут главное в хитбокс ему попасть. Да, четко надо уметь попадать. Моя бомба, нельзя ее взрывать. Она не взорвалась. Я ее сожрал. Или ты ее удалил? Далеко. Да, на все, это же босс, на всю карту бьет, на все расстояние. Блин, жопа, где эта бомба? Ее надо быстрее удалить. Блин, я не успею, можно, кстати, сожрать, пока она не активировалась. Сейчас еще один взрыв будет. Я успею. Быстрее, Димка, быстрее. От, блин, скинулась. Будет еще взрыв? Нет, все. Ого! Кстати, нет, это бомба слабая. Вы меня не смогли убить. Но вынесли 136 тысяч жизней. Она, кстати, довольно-таки сильно дамажит. Да, 136к, я даже офигел. Это реально много. Ну что, давайте. Аниматроник-псих ходит и мочит всех, кого видит. У меня в программе заложено убивать Диппера. Диппер, ты где? Вижу цель. Убиваем, говорю. Слышь, а что не могу убить? Ах ты, блин. А давайте вот так попробуем с таким прицельчиком. Может, все-таки будет как-то попадать? Отлично. А, ты меня пригвоздил и гранату кинул? Ну ты хитрый жуча. На, сам попался на свою же гранату. А, не, Макс киллер. Так. Да, я сейчас убегу. Сейчас. 5, 4, 3... 2, 1, давай, кончайся. Ах ты, блин, пригвождатель с большой дорогой. Ого, накидали гранат, ребята, смотрите, я даже ничего не вижу. Кстати, гранаты очень сильно много тратят. Есть, я вырвался. Нет, я не вырвался. Слышишь, я тебя убью сейчас. Привет, у меня есть телепортатор. Я же могу телепортироваться, вы же тоже забываете это, да? Я не буду нового брать аниматроника, я специально хочу, чтобы вы этого добили. Давайте, у вас есть 6 шансов. Можете реально использовать бомбу какую-то мощную против меня. Ты готов? Да, давай. А, эта ракета слабая. Это слабая, она не убьет меня, она просто бухнет. Она даже вас не убьет. Умри! На! Давайте попробуем ее взорвать. Не, она слабо жизни занимает, очень слабо. Надо вот таких было сразу много штук бросать, это точно побьет. О, воздушный удар. Не, мало. Вот эта бомба. Или нет? Что сейчас будет? Она сейчас втягивает, да, в себя все? Ого, я тут прям на ней нахожусь. Нет, что-то слабо, пацаны. А, нет. Что будет? Ой-ой-ой. Слабо лупануло, пацаны. Ну как с тобой-то? Да есть один вариант. Есть бомба очень мощная, которая меня может убить. А, мегатон, что ли? Царь-бомба? А, наверное, этот М9К, там у то базука ручная, она выносит любые жизни. Ну вот она. Ребята, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще.